В избиркоме тем временем призвали всех, кто придет на выборы 13 сентября, делать селфи в избирательной кабине или около урны и участвовать в конкурсе автопортретов с хэштегом «Я избиратель». 50 лучших снимков выложат на сайте избирательной комиссии. Также несколько авторов фотографий получат призы – майки, флешки, значки и, вероятно, с символикой выборов. Таким образом, повышать явку в Новосибирской области еще не пробовали и пока затрудняются прогнозировать, сколько избирателей откликнется на предложение. Конкурс рассчитан в первую очередь на молодых, правда, в избиркоме предупреждают. Кадры должны быть позитивными и не содержать агитации. Естественно, мы и рассматривать не будем как участников в конкурсе. И если это будут уже явные злоупотребления, я надеюсь здесь на взаимодействие с Федеральной службой Роскомнадзора, которые могут, в принципе, пресечь и впоследствии составить административный протокол и наказать. А вот в Кемеровской области для сравнения победителям аналогичного конкурса подарят не майки и кружки, а планшет.